Всем привет, ребят, вы на канале Димандивы. Вы спросите, что же у тебя сегодня за видео, зачем тебе такая книжка? А вы уже, наверное, догадались, потому что я ее развернул. Сегодня мы будем делать книгу из Gravity Falls. И, то есть, как ее сделать? Для начала вам нужно вымочить все страницы в чае. Потом нарисовать. Я тут нарисовал уже схематически, потому что торопился. Вот таким вот образом. И все это дело заклеить. Но пока я сделаю обложку в первой части, точнее в этом видео. А потом уже у меня есть новая книга своя, тоже по третьей части. Тут я уже пишу про всяких духов, реальные истории, которые со мной происходили. Это уже я сделаю в этом же видео. И давайте. Вот это. Вот вам надо будет сделать отдельно такую руку. Только я сделал тут 5 пальцев, а не 6, да, не судите строго меня. Вот. И дальше вам нужно вот это все покрасить коричневым цветом. Тут наклеить такие штуки. Ну, сейчас, короче, вы все увидите. Так, ребят, вот мы докрасили нашу книгу. Я тут наберу Gravity Falls и крашу ее. А, вот с одной стороны, вот со второй. И давайте теперь наклеим руку. Так, ребят, вот мы наклеили руку. Извиняюсь за качество видео. Вот. И давайте сделаем вот эти вот штуки. Так, ребят, вот такие вот углы я сделал. Вот, из блесток. Вот. Ну и все, на этом, в принципе, книга готова. Давайте вторую часть я, наверное, выпущу завтра все-таки. Такая вот у нас получилась книга Gravity Falls. Ставьте лайки. Вот, ну всем спасибо, всем пока.